Территория Брестской крепости не раз становилась местом сбора неравнодушных граждан, которые выходили на субботник. И этот раз не стал исключением. На уборку вышли представители горисполкома, ЖКХ и учреждения образования. Всего порядка 200 человек. По словам градоначальника, содержать территорию мемориального комплекса в надлежащем виде – это святая обязанность. В этом году мы уже дважды здесь отрабатывали субботник. Сегодня, так скажем, решили провести, можно сказать, окончательные уходные работы для того, чтобы уже спланировать территорию. Крепость – это то место, где, наверное, многие из нас приходят для того, чтобы дать дань и уважение тем, кто отдал свою жизнь за сегодняшний мир. Поэтому наша сегодня, наверное, святая обязанность содержать этот памятник, в первую очередь, героическую крепость нашу, геройскую крепость Брест в надлежащем состоянии. Поэтому было принято решение максимально в этом году уделить внимание Брестской крепости. И по периметру вы, наверное, видели и Скобринское укрепление, и Северных ворот, и с этой части, где находится монастырь женский, приводим в порядок. Спилить ненужные ветви деревьев, избавиться от сухих кустарников, убрать мусор, который сегодня находится на территории. И это только часть работы, которая стояла перед трудовым десантом. Чтобы полностью навести порядок на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», предстоит осилить еще огромный объем работы по благоустройству. Поэтому уборка будет продолжаться регулярно. Каждый год уделяем внимание именно Брестской крепости. Если касается службы жилищно-коммунального хозяйства, то действительно фронт работы проделался большой. Помогают нам не только службы жилищно-коммунального хозяйства, но и МЧС, энергетики. То здесь работает весь город практически, поэтому все безучастные, ну не остаются никто и безучастными, все относятся с пониманием к этому важному делу. Субботник – дело интересное, когда совместное. И, как показывает количество участвующих в нем, бескорыстно поработать вместе на благо своего города ежегодно откликается множество брещан, независимо от рода деятельности. Любое дело, за которое берется каждый из нас, когда есть единомышленники и понимание того, что это нужно и, наверное, объединяет какой-то целью, дает общий результат. И чем больше нас будет, тем эффективнее будет наша работа. Такие акции, такие субботники надо проводить для того, чтобы наш город был намного красивее, приятен приезжим, туристам. И надо порядок наводить. Все-таки Брестская крепость рядышком. Это память о Великой Отечественной войне. Поэтому считаю, порядок должен быть. Вот так только вместе, дружно и сообща, можно сделать наш город, свою землю и любимую малую родину чище и краше. Поэтому наведение порядка на земле всегда актуально. Активная деятельность в этом направлении должна быть не просто нормой, а привычкой каждого человека.